Анастасия Уварова стала первой якутянкой, преодолевшей Ironman. 20 августа в Копенгагене прошло труднейшее спортивное испытание на планете. Трассу Ironman по праву называют одной из самых сложных. Соревнование состоит из трех этапов, проводимых без перерыва. Первый – заплыв почти на 4 километра, второй – заезд на велосипеде на 180 километров и завершающий этап – марафон длиною в 42 километра. Далеко не все участники способны справиться с такими нагрузками. Помимо сложности трассы, соревнования ограничены по времени. Участникам дается 17 часов, чтобы завершить все этапы. Анастасия справилась со всеми дистанциями за 12 часов 47 минут. Конкретных планов нет. Триатлон бросать я не хочу. Мне очень нравится. Я буду продолжать заниматься. У многих после Айронмена пропадает желание вообще делать такую дистанцию второй раз. У меня оно не пропало, потому что мне все прошло очень гладко. Когда готовилась, я рассказывала, к чему я готовлюсь. И мне кажется, люди не до конца понимали, что это такое. И, да, молодец, ну здорово. Сейчас там многие мне пишут, ничего себе, как ты это сделал. Но я же вам говорю, рассказывала, что я собираюсь сделать. Но мы не осознавали, говорят, что это настолько сложно.